Всем привет, мы с вами Максим Плей. Сегодня у нас будет обзор сервера Куб МС. IP и порт будет в описании. Ну, короче, просто IP будет. Так, вот смотрите, здесь есть мини-игры. Вот, мини-игры есть. Есть выживание и есть гриф-режим. Ну, я в части всего играю на выживании, как все остальные игроки, что играют на этом сервере. Здесь очень много игроков на сервере этом играют. То есть вот, как вы видите, сейчас есть вот такой вот типа вон спаун. Вы можете тапнуться на него с помощью команды slash spawn. Так, здесь есть бустеры, ну типа бесконечный инвентарь, но его нужно вбивать с кейса. Здесь работы, грузчик, лесопилка и шахтер. Вы можете просто нажать и вы тапнетесь. Вот лесоруб, вот грузчик и снег вы можете еще ломать. И еще вот так вот. Ну, здесь есть также ранги система. Чем больше ранг, тем меньше типа вы убийство сделали. То есть, ну, блин, у меня не будет, наверное, потому что нужно 15 кило. Кланы. Няха. Так. Вот кланы, есть ранги, есть сражения, есть общая информация. Но это ладно, этого не надо. Самое главное, здесь обман на деньги. Да, здесь обман на деньги, то есть здесь нельзя. Но, в принципе, сервер крутой. Из-за этого это очень круто. То есть. Сервер очень хороший, но это просто, чтобы привлекать игроков. Так, вот, золотое яблоко, 19 рублей, просто одно золотое яблоко. Ну это, если что, настоящих. Резы продают. Так, здесь есть PvP-арена, есть кейсы, и здесь есть телепортация, /RDP. Чарвальня есть и аукцион, то есть /Варпаук. И вы тэпайтесь. Часто очень смотрите, там я продаю свои флаги крутые и так далее. Здесь можно получить также донат кейс в этом типа ежедневное задание. То есть нужно. Вы можете получить вот сколько всего можете получить, но просто нужно убить несколько игроков, поставить какой-то любой блок, ну много блоков, и сломать вот столько блоков дерна. Это типа земля. Ну, из-за этого вы можете получить донат кейс и выбить себе креатив. Ну, вот так вот. Давайте сейчас пойдем на РТП, построим себе домик. Также на этом сервере играет Манифест, ютубер такой. У него 1 000 000 подписчиков. Вот так вот, типа. Так, давайте мы сейчас построим, типа, сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. И давайте еще построим вот это вот. Ну, вот так вот, типа, давайте еще построим вот эту вот полоску, вот такой вот. Ну вот такой вот. И также сделаем вот сюда нажим. Вот так вот. И сделаем вот. Не поднимем. Давайте сначала это сразу, типа, чтобы ничего не было. И дальше давайте сделаем просто вот так вот. Вдаль. Вот так. Ну, у меня еще сейчас есть привилегия в чате. Вот. Я, кстати, украл у Патикена аккаунт, так же. Ну, он мой, я его типа. Одолжил обмен, типа. Так, вот смотрите, вот так делаете. Да я шучу, я не отложил ничего. Я шучу, короче, пацаны. Шучу. Так, давайте вот сейчас сделаем вот так. Вот. И также смотрите, давайте я сейчас стекло поставлю. Еще потом немножко. И тогда еще поставлю стены. И давайте сделаю я потом. Пол, и вот так вот четко будет. Так, и вот так. И ну, короче, давайте я дострою. И, короче, мы продолжим. Типа, строительство. Так, я сделал. Теперь нужно поставить. Давайте сейчас поставим стекло. И также я сломал пол, типа, чтобы сделать пол. Ну, как вы видите, /RG-info. Здесь никого нет в регионе. То есть я сейчас давайте построю. Вон там, короче, домик вот похож на мой, похож. Так, давайте еще построим вот так вот, типа. Ну, у него вот прям точно такой же, как у меня почти. Но только у него, вон, смотрите, у него больше чуть. Печалька. Давайте вот так сделаем. Вот так вот.
сейчас построю стекло и пройду, то это долго будет. Я решила также сделать вот так, типа, и еще вот так. И поставить вот, вот это вот так, и вот так поставить это так, и это... Не, вот так, и это так. И здесь поставить двери. Ну, а еще сделать пол с вот этих вот блоков, то есть с шерсти. Давайте сейчас построим и продолжим. Также есть на сервере консоль, которая дается при привилегии создателя. Ну, на спавне, короче, ломаете снег и вам дается. Вы можете не только на спавне, а и не только на пределах спавна, а еще и где-то там. Там, где, короче, кончается, типа, красный вот такой, что регион, типа, обозначает. И там вы можете еще чуть-чуть ломать. Ну, когда у вас не будет уже писать, чуть-чуть, типа, выломать. Тогда вы можете больше, тогда идите назад и ломайте там дальше. Ну, короче, типа, там, если вы ломаете 10 снега, вам дают 100 монет. Давайте поставлю вот так, типа, будет. Ну ладно, вот так будет. Все, ну еще я планирую добавить еще головы. И также покупайте на слэш варпаук мои флажки. То есть они реально крутые. Но это не все, но вы если зайдете, тогда вот все будет окей. Напишите в комментариях, кто скачает этот сервер по ссылке в описании. Ну или хотя бы сделает, добавит себе. Так, давайте себе возьму вот типа вот эту вот одну. И возьму себе... Ну, мячик возьму себе. Все. Вот так. Это я сломаю. Так, давайте я сейчас поставлю вот, вот здесь вот, типа, телевизор. И здесь я поставлю где-то мяч. Вот здесь мяч будет. Ну, все, пацаны, как бы хата готова. Так что, ребят, ставьте обязательно лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, как бы, хд. Купите привилегию креатив хотя бы, чтобы, типа, со мной играть, а то, блин, ну, но меня могут забанить, если я вам буду хотя бы ресы давать или в вашем эрге находиться. То есть, ну, ладно, пацаны, короче. Спаун. И давайте, вот, короче, смотрите, вот здесь вы можете, ну... Вы можете выйти оттуда, типа, через... Вот если пойдете вот туда. Вы можете выйти... Блин, у меня чанки нет, чанки нет. Вот. Вы можете отсюда вот выйти, вот, вот здесь вот. И сломать здесь снег. На деревьях попробую я. Ну и если у вас, типа, ломается, тогда знайте, что вам дадут 100 монет. Вот, 100 монет. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Не забывайте покупать флаги на SlashWarPaук. Я очень играю много на этом сервере, так что, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите на сервер. Я жду вас, ну, пацаны. Всем, пацаны.